А? Чё за... Чё происходит? Зимон! Блин! Тихо! Зимон! Что? Что всё пикает? Что это? Нейди, я слышал! В люк, как будто бы бились! Как будто бы... Какое бились? Чё случилось? Почему всё пикает? Я не знаю, всё пикает! Надо выбираться отсюда! Погоди, какой выбираться? Да я, ты там какая-то... Я не знаю, что делать, Из-за чего погоди, это мог... тихо. Ты что-нибудь слышал? Да, кто? бились в люк. Кто бился? Что? Да я не что? Знаю, Как будто попросили впустить, ну как бы стучались. Ну я не слышу голоса. Куда? По люку? Да, ну типа да, такой железный стук был, металлический, такой сильный. Не сказал бы, что прям... Тихо. Тогда пошли. Давай. Давай пошли в администрацию. Давай. Как-то тяжело дышать становится. Согласен. Так, сейчас посмотрим, что происходит по системе. Электричества нет, все хорошо, я забыл. Что электричества нет? Так, что делаем? Так. Что прекратилось? Чего? Погоди. Мне это не нравится. Почему? Стоп, пиканье прекратилось. Зимон, что случилось? Я не понимаю. Я отвечаю, я слышал стук. Я не знаю, вроде бы я заснул. Или я... Вроде бы я заснул, и вот сейчас начало пиликать. Знаешь, как... Что делать-то? Тебе не тяжело дышать? Да нет пока. Хотя, знаешь, немножко надо так... Подожди. Пока нормально. Подожди. Что? Они не работают. Ну, во всяком случае, этот, сейчас, может, он сломался? Погоди, пошли из этой комнаты. И этот не работает. Вентиляция? Да. И этот... Мы тут задохнемся! Эй! Заткнись! Серьезно? Иди сюда. Если так стоять, то можно, еще можно вдыхать воздух. Но он же... Так, еще... Стоп. Что? В бункерах всегда есть система жизнеобеспечения. Именно. То есть, погоди. Может, они били не по люку, а по каким-то сенсорам, или... Я не знаю, как это все работает. Можно предположить, что это были как раз те самые монстры. Эти, которые в книге? Ну, да, и они пытались нас достать, и, может, что-нибудь задели. Они хотят нас как-то выкурить? Я думаю, да. И единственный способ отключить нам... Ты слышал? Ай, да... Тихо, заткнись. Это уже был удар в нашу дверь. Эти, я под стол. Тихо. Может, лучше выключить факел? Нет. За мной. Не вижу. Куда? Жесть, как жарко. Воздуха все меньше и меньше. Ты понимаешь, что мы факелом лишний кислород выжгли? Я понимаю, но теперь я не знаю. Твою мать, дверь открывается. Тихо, заткнись, ложись. Заткнись. А? Двери открылись, кажется. Заткнись. Блять.
скотчем. Тихо. Вставай, аккуратно. По сути, мы можем, если выдержим автоматически. Пошли. Идешь? Да. На ощупь. Не вижу, куда иду. Аккуратно, со мной иди. Иду. Зимон, Зимон, какого черта? Беги! Беги, твою мать! Бежим! Твою мать, Зимон! Алё, я... Ты где? Ну, фань! Ой, ай, ты идёшь, ну, кажется... Ай, я... Беги, блядь! Зимон, а ты уверен, что мы правильно идем? И мы сможем второй раз дозвониться? Я думаю, да. Частота на... Что это? Может, ветер раскидал? А. Офигеть. Что? Что с вышкой? Башни уже нет. Вышки, да. Смотри, просто. Я не знаю, как. Она стояла прочно достаточно. Конечно, шаталась, но... Офигеть. Смотри, вот верхушка. Офигеть. Она так воткнулась. Твою мать! Есть хорошие новости. Нам что? Не придется. Мы не сможем позвонить, значит. Да? Блин! Есть... Погоди, есть хорошие новости. Нам не придется лезть, но есть и плохие-хорошие. Возможно, мы сможем найти тот прибор. Какой? Рацию. Так что, копаем? Так вот деревяшки-то. Ага. Так мало ли куда раскидало? Не знаю. Попробуй. Черт. Думаю, нет. Думаю, ничего не получится. Твою мать. Как она упала-то, ёп? Подожди, я понял, мы не сможем позвонить, нас никто не спасет. Заткнись! Он сказал, что вышли за нами эвакуационный вертолет. Смотри, мы не видим ничего в пределах 20-30 метров. Как он нас увидит-то? Или мы увидим? Ага, точно. Он же, по идее, вычислил наше местоположение, а значит, нам нужно раздобыть какой-нибудь фаер или что-то типа того. Ну, чтобы сделать огромный дым. Костер. Да, точно. Блин, ну, по сути, если, смотри, у них основная цель нас забрать, это бункер и это вышка, потому что мы, во-первых, это бункер, потому что они думают сейчас, что мы там, получается. Да. Но, в принципе, мы так и не сможем, не смогли там связаться. Да, но по сути, это все рядом находится. То есть, если что, мы услышим вертолет, он сможет нас заметить. Но проблема в другом. В бункере мы не можем нормально дышать. Потому что там вообще сейчас не работает эта фигня. И тут мы не можем оставаться. Потому что... Ну, как бы тут ночь будет и будет холодно. Я еще не отошел от того. Ты вообще видел его? Я его не видел, просто очертания. Ну так заорал меня, шушу. Ну я ему дал в ебло факелом. Знаешь, как красиво было. Но потом я испугался и побежал. Я не видел лица его. Ну, страшненько, я Слушай, так скажу. Знаешь, во-первых, становится немножко холодновато, но... Вот, и что делать-то? Раз его можно ранить, значит, их можно и убить. Возможно. У меня есть пушка. Еще одна. Черт! А? Я ставил свое оружие в бункере. Ты нормальный? Я когда спал, поставил его рядом с кроватью. Ты что, ты дебил, что ли? Ты что, дурак? Что мне с оружием спать? Не знаю. Я с этим спал. Ты что, дурак, что ли? Вместе дебил? Ты как оружие-то оставил? Ты что, дебил? Заткнись. У тебя есть револьвер. Блять, топор. Я не намекаю ни на что, но... Держи. Это мой подарок на Новый год. Я не знаю, когда он, но я тебе дарю. Так, у меня вроде еще патроны были. Вот, держи. Вроде бы те. Так, смотри. Во-первых, нам сейчас... Сейчас посмотрим. Да, это они. Во-первых, Зимон,
Да. Боевая готовность. Нам сейчас нужно как-то оповестить о себе. Он сказал, что в течение 3 дней к нам прилетит вертолет. Значит, это уже получается нам 2 дня еще ждать. Нам нужно идти в деревню, разыскать там что-нибудь, фаер шейтер или еще какую-нибудь фигню, чтобы дать о себе знать. Блин, ну вот надо, да. Смотри, по компас, сути. Бери компас. Так, компас. Сейчас, где он тут у меня? Так, подожди. Где мой компас? О, нашел компас. Да? Вот, да. Так. Нам смотри. Нам нужно идти в противоположную сторону от севера. То есть это мы, получается, придем в деревню. Вот туда. Вот туда нам надо. Давай. Блин, ну вот по сути, вот смотри. Точно, нам нужно вернуться в тот бункер, который второй, точно. Это, где лесопилка. Точно. Пошли. Давай. Там мы хотя бы будем в безопасности, пошли. Вот. Не стучаться на этот раз не будем. Здравствуйте. Все нормально. Ты забыл? Тут эта мразь здесь живет. А, уходим. За мной. В каком доме ее не было? Так это в том самом левом. В том самом. Давай в тот самый. Давай. В тот самый. Давай, открывай. Так. Давай. Так, осмотримся. Что? Зимон? Зимон, с тобой все нормально? Зимон! Че такое? Нормально все? Что там? Бочки какие-то. Бочки. Куда ты провалился? Так, подожди, тут. Так, бочки нельзя открыть. Что-то не открываются они. Так, тут есть сейф. Тут есть сейф. Я прыгаю за тобой. Нет, стой! Хорошо. Мы потом отсюда выберемся? Тут не подняться. Смотри, там все. Давай скину тебе факел. Так, скидывай. Так. На. Так, отлично. Так, тут есть личный сейф, мать его. Да? Да. Так. Что сигналь, там? Сигнальный пистолет и сигнальная ракета. В смысле? Да ладно, нашел. Коромысли. Теперь помоги мне отсюда выбраться. Смотри, Нейзи. Держи. Дай. Да ладно. Вот-вот, я тебе говорю. Сигнальный пистолет. Офигеть. Офигеть. Я на всякий случай заряжу сразу. Да, давай. Давай. Жесть. Офигеть. Так, все. Его надо спрятать. Да. Держи. Да. Возьми себе. Давай. Только главное, не стрель не случайно. Да, хорошо. Из рук вообще. Так. Давай. Знаешь, холод даже отошел как-то на задний план. Да, вот. Блин. Мы сможем послать вертолету. То есть он нас увидит. Да. Мы когда услышим его, стрельнем вверх. Да, только давай перед тем, как будем возвращаться, я бы хотел зайти на лесопилку в лабораторию. Да, давай. Так, я бы не назвал это лабораторией. Ладно. Ну, пошли. Будем называть ее так, пошли. Хорошо, давай. Так. Ну что, Зимон, еще долго? О, так. Во, смотри, пришли. Погоди, нет, мы не пришли, я не знаю. Я не знаю, куда мы идем. Да ты остановись! Да куда остановись-то, ничего, куда мы идем в лесопилку. Ой. Придурок. Так, все хорошо. Так, ладно, давай в лабораторию пойдем. Сразу давай. Отогреемся там. Блядь. Давай. Так. Тут на ощупь. На ощупь. Ой, как темно. Не могу я ничего увидеть. О. Ура. Как я это сделал? Не знаю. Так, ладно. Окей, во всяком случае мы сейчас в безопасности. Так. Да. Так, я растоплю печки, чтобы было тепло. Давай. Так. Вот и наша местность. Слушай. Да. Я жесть как устал.
пойду-ка немножко посплю, хорошо? Да, давай. Если что-то случится, толкай. Я поизучаю вопрос пока.